Добрый день! Сегодня хочу начать свое видео известной фразой. Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. Думаю, что наша продукция больше заинтересует женщин. Меня давно не удивляли никакие средства для уборки дома, но последнее время я нашла для себя, открыла два средства, которыми я хочу обязательно поделиться с вами, мои дорогие подписчицы. Первое средство вот так называется. Жироудалитель вот такой вот фирмы. Вот, тут написано, что это вроде бы там израильское качество. У меня есть и другие средства израильского производства. Вот, и всеми я практически ими довольна, но те средства именно производятся в Израиле, а это производится, наверное, где-то у нас. Но, тем не менее, нет, никак не умаляет его достоинств. И это средство для удаления жира. У меня было масса всяких средств для удаления жира. В общем-то, они все справлялись со своими задачами, но это, девочки, просто супер. Я обязательно вам рекомендую ее купить и попробовать. Стоит она порядка, ну, рублей 150, наверное. Ну, может, 130. Я, честно говоря, не помню, но не больше 200. Но вообще это супер. Оно в виде спрея, то есть я побрызгала там на чайник, на плиту. И даже вот не видно как бы таких каких-то жировых вот этих пятен. Но они вот прям через буквально там несколько минут, вот прям жир весь собирается, он прям вот его видно. И удаляется легким движением руки. То, что доктор прописал. Я обожаю такие средства, в которых не нужно прилагать каких-то массу усилий, где нужно тереть, где нужно оставлять на ночь и все такое. Я обожаю, когда средство справляется со своей задачей просто. Я знаю, что сейчас, возможно, некоторые скажут, что фу-фу-фу, это химия, это так грязно, это так вредно. Да, за прогресс надо платить. Это, конечно, вредно, но это очень-очень удобно. И я делаю выбор в сторону быстрой и удобной уборки. Вот. Единственное, что я хочу сказать, когда вы, значит, побрызгаете, то когда будете брызгать, старайтесь не вдохнуть, потому что все-таки состав ядерный такой. Так, это первое средство. Второе средство, оно не для уборки, оно для, ну, я даже не знаю, как уход, не уход. Это просто мыло. Мыло вот этой серии, мыло для дами и господи. Выпускается аж с 1855 года. Ну, не знаю, правда это или нет. Меня как-то привлекал этот дизайн. Ну, в общем, как бы я не покупала. А это оно было как-то по акции. Я думаю, дай попробую, возьму. Девочки, я просто влюбилась в это мыло. Оно не обладает каким-то очень сильно активным запахом. Есть еще вот такое вот тоже вот мыло. Такое-такое. Я, честно говоря, не помню, какое конкретно я пробовала. Но купила сейчас вот обои. Они таким, конечно, ретро-куском, но они совершенно не сушат кожу. Они вот такое ощущение, что они из крема. И, в общем, кому я советовала, все остались довольны. Поэтому и вам, дорогие мои, я советую попробовать купить вот эти средства. И хотела спросить вас, стоит ли мне записывать вот такого рода видео, типа как там пустые баночки или что-то такое, чем я пользуюсь и то, что мне нравится. На этом до скорых встреч!